На Ямале заболеваемость ОРВИ и гриппом пошла на спад. В Муравленко ситуация относительно стабильная. Наблюдается незначительный рост сезонной заболеваемости. За последнюю неделю диагноз ОРВИ подтвердился у 366 человек. Это на 20 больше, чем недели ранее. Причем заболевших детей вдвое больше, чем взрослых. Также зарегистрирован один случай гриппа и 4 пневмонии. Пациенты госпитализированы и проходят лечение в стационаре больницы.